Проходя по маршруту патрулирования, полицейские заметили дым на крыше жилого дома. Это было около 2 часов ночи. Сотрудники патрульно-постовой службы вошли во двор и начали стучать в окна и двери, пытаясь разбудить спящих людей. Я начал подниматься со второго этажа, я забежал, здесь дым стоял еще больше. Я так понял, что здесь и возгорание очаг был. Вот, после чего я накрыл себе рвотную курткой, чтобы со мной не потерять сознание, и двинулся в сторону коридора. Справа и слева от меня находились комнаты. Вот, после чего я начал светить фонариком по всем комнатам и, можно сказать, дико орать, чтобы люди испугались и чтобы начали выбегать. Я говорю: пожар, пожар, говорю, давайте быстрее выходим отсюда. Убедившись, что в комнатах никого не осталось, полицейские последними вышли из объятого огнем дома. Благодаря помощи сержантов полиции ночью были спасены жизни 8 человек. Саша крепко спал, дети крепко спали. Никто бы даже запах бы не услышал. Да, еще чуть-чуть просто мы бы не проснулись бы. Да, задохнулись бы. Сотрудники полиции покинули место происшествия только после того, как огонь был полностью потушен и жизни людей ничего не угрожало. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.